Ну что, друзья, еще раз и напоследок уже добрый вечер. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию заключительной части нашего сегодняшнего 7-го выпуска Retro International. И что мы, собственно, разбирали сегодня? Мы разбирали наиболее интересные матчи гранд-финала между командой Na'Vi и командой Alliance. Это финал 2013 года, International под номером 3, в котором Na'Vi, не буду говорить, что сделали, да, я думаю, все знают, но это смешно, не знают, что Na'Vi, конечно же, выиграли третий International, заработали 1 600 000, наказали Alliance где-то в параллельной вселенной. Я тогда помню еще раз, повторюсь, я говорил это в начале, но вспомню еще раз, вспомню не без боли. До половины пятого или до пяти, наверное, часов утра наблюдал эти все матчи, эти баталии. И тогда, ну, просто такое дичайшее опустошение было по завершению пятого матча. И один единственный вопрос, нахрена я все это смотрел? Зачем я мучился? А впереди там какие-то были события, какая-то была, ну, жизнь у меня продолжалась. И впереди день был с какими-то важными делами, и все эти важные дела... Естественно, накрылись медным тазом, как и победа команды Na'Vi в гранд-финале накрылась медным тазом. Накрылась она благодаря герою под номером 5 в составе команды Alliance. Сейчас, я думаю, вы видите его, это ЦК для Лоды. Благодаря Виспу, конечно же, для команды Alliance и, безусловно, для капитана команды Alliance, который забрал себе пака и забрал огромное количество денег вместе с собой. Я думаю, вы этот все мув видели. Мы посмотрим, разберем его еще. Мы можем здесь перематывать, замедлять, ускорять. Все абсолютно можем. Ну, в принципе, пятая игра и заключительная часть нашего Retro International будет больше в... Ну, я думаю, примерно баланс найдем комментариев конкретно по сути игры. Да и какую-то параллель проведем с сегодняшней игрой команды Alliance, сегодняшней игрой команды Na'Vi в этом составе, в котором они существуют. Ну и попытаемся немножко по статистике еще пройти. Какую-то инфу вам дам, которую не успел дать за первые этапы нашего с вами, нашей с вами трансляции. Ну, по команде Na'Vi, в общем-то, что можно сказать? Команда Na'Vi смогла достаточно уверенно выступить во второй и в третьей игре. Первую и четвертую они, соответственно, слили. Я просто помню после четвертой, после третьей, точнее, игры Na'Vi очень уверенно ее выиграли, точно так же, как и вторую. Казалось, что где-то со счетом 3-1 Na'Vi, наверное, и додавят своих соперников. Четвертый матч никак. Я не думал, что Na'Vi будут отдавать. И появилась вера в то, что Альянс сокрушимый, и у Альянса есть слабые стороны, и казалось, что Na'Vi эти слабые стороны нащупала. Ну и потом игра дошла у нас до последней решающей пятой катки, вот, которую мы с вами сейчас наблюдаем. Вот, и были опасения, что Alliance могут-то и задавить. Не зря их считали сильнейшей командой, не зря они выигрывали J1 Лигу к тому моменту. Победили китайцев в Китае, победили весь мир на International, по сути, главном событии, чемпионате мира и решающем его этапе. Вот. Было подозрение, что Alliance все-таки додавит. Ну, все-таки вера, конечно, в Na'Vi оставалась. И то, что показал Дэнди на мидлейне, на Templar Assassin, веру, я думаю, вселила в каждого, кто этот матч смотрел. Что Na'Vi-то эту катку слить не могут. Ну, как слить? Сливать несливаемое. И за Na'Vi тогда болел весь мир. На пенанты просто посмотрите. 54 тысячи здесь и 22 за Alliance. Вроде бы Alliance любили все, и вроде бы они такие прям мейнстримовые стали к тому моменту. Но Na'Vi как были мейнстримом трехлетней давности и трехлетней продолжительности, так и оставались. Ну и Дэнди на мидлейне. На Templar Assassin против S4 на паке. Если я не ошибаюсь, Дэнди пака здесь просто загонит, да и всю команду Альянс он загонит. Будет он очень интересно смотреться. Я помню, там счет был просто запредельный на Templarке. Там до 17-2, там 17-4 какие-то... Сумасшедшие абсолютно были показатели. Мидер команды Na'Vi просто показал феноменальную вообще доту и феноменальное состояние на миде. А команда Alliance как расположилась по линиям? Давайте разбираться. Nature's Prophet от Адмирала Бульдога отправляется у нас на легкую линию. Будет стоять в соло против Фаника на Бэтрайдере. И Кура здесь, если что, на помощь все тому же Фанику. Мидлейн от команды Alliance S4 занял на паке. Против него стоит Дэнди.
на Templar Assassin. Дэнди уже у нас пока оставляет без хп и заставляет юзать банку. Ну и трипла от команды Alliance отправляется на нижний лайн. Здесь Лода на ЦК, здесь Акен на Crystal Maiden и здесь EGM на Веспе. Ну и хвоста ставили фармить в соло, и, по-моему, в этом была некая ошибка. Хотя и я помню, что к концу этой игры хвост разрывал команду Alliance. В соло-то дрался прям великолепно, но там был сплит-пуш, и сплит-пуш был просто, с которого гайды можно писать моментально. Хвоста у нас ловят прям под тавром, хвост старается отпиться, отпивается банкой, ну и на лоу хп хвост разваливает в итоге у нас ЦК, и дальше Адмирал Бульдог за хвостом, и здесь один из крутейших абсолютно мувов от хвоста. Хвост на лоу хп, у него 70 хп. Хвост с банкой, Адмирал Бульдог отправляется, скорее всего, в таверну. Не скорее всего, отправляется, и хвост просто делает даблкил. У нас еще и визг получал по голове, хвост делает даблкил в ситуации просто невозможной. Вышли убивать хвоста, хвост умер сам, но забрал с собой двух героев. Там Дэнди на мидлейне жжет, здесь хвост даблкил делает, будучи уже фактически мертвым. Ну, жестяк полный, полнейший вообще жестяк. Nature's Prophet прилетел поживиться хвостятиной. Ну и что получил, кроме боли и унижения? Ничего, в принципе, ничего. Нави начали очень ярко, очень интересно. И было понятно, что они заряжены. Они готовы файтиться и будут это делать. Хвоста ловят у нас опять под табором. Хвост раскручивает здесь Unstable Concussion. Прилетает сюда Адмирал Бульдог. Хвост опять в кусты. Опять по старой схеме. Отваливает в кусты, мансит. Между деревьями проходит у нас хвост, прячется дальше, но здесь всякий его видит, здесь видит его Лода, хвоста здесь должны забрать, но хвост при этом забирает еще и Веспа. Еще один килл от хвоста, и у хвоста уже 3-2 счет. Его пытаются убить, а хвост в итоге деньги зарабатывает. Как керри, конечно, вопросов здесь никаких. Хвост отыгрывал просто великолепно. Alliance были машиной, но индивидуально Na'Vi просто великолепную доту показывали, и там слезы на глаза наворачивались, ну как и сейчас. Вспоминаешь все эти эмоции и понимаешь, за что ты любишь эту игру и почему такие матчи, правда, являются историей, той историей, которую ну, не стоит забывать в принципе. Собственно, ради этого-то, ради таких матчей наш Retro International и затеян был, и только на 7-м выпуске мы подошли к данному событию. Ну, не все сразу. Естественно, открывать лучшие матчи со старта было бы не очень. Ну что, Куроко смещается у нас вниз к Алхимику. Поняли, сколько внимания уделяют хвосту игроки команды Альянс. И команда Na'Vi понимает, что где-то как бы и подсейвить своего керри было бы неплохо. Потому что хвост, в общем-то, и убивает, но при этом не фармит. У хвоста всего лишь один крип. У хвоста 3 килла, но при этом один крип. Две смерти, 3 килла. Хвост у нас просто фармит героев, а не крипов. Кура подходит у нас к Лоде. Лоду поднимают. Хвост на лоу хп отсюда сваливать, через деревяшки, отъедается, отпивается и уходит из файта. Куро вовремя подошел, сам, в принципе, вообще не подставился, но подсейвить своего тиммейта получилось. Ну и Алхимик уже прилетает себе рингов протекшн и хилинг селф, я так понимаю, что ничего не понимаю, что там Алхимик собирает, но, скорее всего, базилка будет на хвосте, а там может и Владмир, а может еще что-нибудь. У Дэнди против S4. Как дела? 13 на 3 у нас стоит S4 и Templar Assassin 22 на 16. S4 фармит хуже. У Фаника 21 на 7 и у Nature's Prophet 11 на 2. И Na'Vi по всем позициям переигрывают своих оппонентов. Они больше убивают. Они меньше умирают, они лучше фармят, они дерутся интереснее. Все вроде по линиям хорошо и ничто не предвещало беды. И казалось, что Na'Vi давят и будут давить дальше. Будет все немножко не так. Точнее, будет все так, но победа это, к сожалению, не принесет. Хотя, по логике вещей, должно бы принести. Но здесь, опять же, здесь супермобильная дабла Виз плюс ЦК, которая по всей карте перемещается в любую необходимую этой дабле сторону. То же самое с Nature's Prophet. Он готов летать везде, и он готов сплит-пушить. И Адмирал Бульдог в этом деле преуспел. И Alliance вместе с ним, в принципе. Кстати, альянсы до International
выиграли J1 лигу, и не только. Альянсы заняли первое место на DreamHack. Они повыигрывали кучу крупных турниров. Они выиграли Star Series 6-ю. По-моему, No Tide Hunter еще будучи. Вот. Они, в общем-то, победное шествие свое как раз завершили этим интернешналом. И, в общем-то, такая история успеха просто из книжек каких-то. Лода у нас. 4-секундный стан хвоста. Переагрите кто-нибудь тавер. Не получается. Адмирал Бульдог приходит и вместе с ЦК, по сути, делят на двоих фраг от хвоста. Хотя Чаус Найту записали этот фраг. Адмирал Бульдог поздновато прилетел. ЦК получил этот фраг. 4-3 становится счет. Команда Na'Vi по голде 1500, по экспириенсу более 2000. Так вот, Alliance просто такая, знаете ли, картинная история успеха. Альянсы в этом этапе выиграли у всех и все. И на всех абсолютно материках, континентах. Выиграли Китай, в Европе, естественно, отстреляли всех. А потом поехали в Америку и в Сиэтле выиграли International. После этого просто как команда, по сути, закончились. Потому что, я думаю, вы помните, что было в 2014-м. И что было в 2015-м, даже не хочется вспоминать. Хотя это достаточно свежо, это вот недавно совсем было. Но это, знаете, из разряда, как уходили кумиры. Alliance, в общем-то, на этом этапе по победам для них все уже было закончено. Жалко, что Alliance участвовали как раз в те времена, когда не настолько мощным был призовой на Интернешнале. Жалко, что Valve тогда либо додумались, либо просто ждали, чтобы ввести эти компендиумы и за 10 миллионов перевалить с призовым. Я думаю, что достаточно интересно было бы смотреть, как Na'Vi дерется против Альянс за 5 миллионов долларов. Это была бы совсем другая история. То есть эмоции были бы еще больше. Хотя и здесь эмоций было предостаточно. Я думаю, что никто не станет спорить, что International — это просто кульминация всех вообще эмоциональных моментов в доте. Разваливают С4 на мидлейне. Приходит сюда Пупей на Энигме через Black Hole. С4 у нас в итоге и уходит в таверну, но уходит не своими силами. Счет становится 5-4. Na'Vi по голде 1500, по экспириенсу 2500. У Дэнди пока что только один ассист. Дэнди еще никого не убивает. У него уже есть фейсбуцы, у него есть ботл. И по нетворсу он опережает пока на 1000 с копейками, на 1150. Дэнди опережает своего визави. Альянсы в это время занимаются тем, что умеют делать лучше всех, умели делать лучше всех в мире. Они пушат, они сплит пушат, они мобильные, они двигаются по всей карте и со всех сторон просто как, не знаю, золотая орда. Просто какое-то такое ощущение, что их больше на 5 человек. Они постоянно там, где тебя нет. Ты идешь их дефать с одной стороны, они влетают с другой, и Nature's Prophet от Адмирала Бульдога, но он просто показательный. Еще раз повторюсь, это гайдовый Nature's Prophet. Такой, каким он должен быть. Или может даже чуточку лучше, чем все гайды могли бы описывать данного героя. Адмирал Бульдог, правда, великолепен был на этом персонаже. Адмирал Бульдог цепляет хвоста. Хвост ловит стан на 3 секунды. Счет сравнивается. 5-5 счет. Полетела еще и ульта от Nature's Prophet. А так, между прочим, вдруг хвост захочет свалить. Дэнди против С4 продолжает стоять на мидлейне. У Пака 35 на 5, у Дэнди 52 на 30. Перефарм темпларки более чем ощутим. 1200 на руках у Дэнди. Я так понимаю, готовится выйти мидер команды Na'Vi в даггер. У Адмирала Бульдога появляется Hand of Midas. У него 630 голды на руках. У Пака в это время приобретен ПТ. У ЦК, кстати, как на ЦК не переключаюсь, у него красные крестики вокруг него. Посмотрите. ЦК. Еще раз. Класс. Просто как занавес из красных крестиков. Но это дота от 2013 к 2015. Такие обычно такую ерунду демонстрирует. Ну и на крипов посмотрите. Хиллинг Вард, фонтан. Вот у нас крипы бьют фонтан. Если бы я это сказал, что бы вы вообще подумали? Подумали бы, что я немножко не в себе. Так, ну вот по факту, крипы бьют фонтан. Фонтан здесь выглядит вот так. Ну что, у нас готовится выход от команды Na'Vi на мидлейн. Здесь Куро. У Куро
Сакура, да, или Фаник? Нет, здесь Фаник у нас на Бэтрайдере. У Фаника есть даггер. Прыгает Фаник на S4. И S4 просто расковыряли вообще. В мгновение ока Аки ловит у нас в колбу Дэнди. Хвост разворачивается и готов файтиться с Лодой. Да здесь ЕГЭМа вообще не должны отпускать. ЕГЭМа разваливают. Лода тоже остается у нас без мамочки, по сути. И за Лодой пошла погоня. Аки цепляет у нас в колбу Алхимика. Алхимик выплевывает все это в Аки. И минус 3 уже от команды Нави. Дальше погоня от хвоста за Аки. И настреливает Куроп у нас по ЦМ-ке. ЦМ-ка на лоу ХП. Хвост на лоу ХП. Дальше за Лодой. И Дэнди просто разрывает у нас Лоду. Минус 5 от команды Alliance. Прилетает сюда Пак-Пак, ловит Дэнди. У Дэнди есть Мелт, Дэнди в рефракшене. Дэнди файтится про... Ну, Дэнди не ушел у нас. Мелт, это уже было невозможно. Байбек от Лоды заканчивается, в принципе, неплохим разменом. Счет становится 10-9. По-моему, 4 в 5 подрались Нави против команды Alliance. Жалко, что тогда не было файт-рекапов. Можно было бы их и посмотреть. Ну и Alliance сразу же реагирует на эту маленькую победу в одном сражении. В массированный пуш на мидлейн отправляются. S4 будут, скорее всего, за это наказывать. S4 дает сайленс по троим. В иллюзоре орб уходит S4. В это время разваливается табор от команды Na'Vi. Умирает Рубик от Куро. Фаник на лоу ХП. За ним адмирал Бульдог. Фаник отпивается. Ну и смотрите, на каких дичайших соплях у нас Пак отправляется в деревья. У Пака 15 ХП было, когда я на него переключился. А думаю, до этого еще и поменьше было. Ну и Пак потихоньку, понемножку просто сваливает. Вот здесь нужен бы... Nature's Profit для команды Na'Vi, но он в руках у адмирала Бульдога, Na'Vi еще об этом пожалеют. Там почему не банили Фуриона? Потому что там у адмирала Бульдога было два неприятных героя, которые сами по себе просто чокнутые в его руках. Это первый Фурион и второй Лондруид. И Nature's Profit просто... не Nature's Profit, а адмирал... У меня же адмирал Бульдог это Nature's Profit, а Nature's Profit это адмирал Бульдог. И Nature's Profit, и Лондруид в руках адмирала Бульдога превращались просто в дичайшее оружие. Но там у Alliance был такой состав, что, например, банить и Фуриона, и Лондруида, целые два слота забирать под бан героев адмирала Бульдога, было немного глуповато. Потому что Alliance один из лучших керри на тот момент был и один из лучших мидеров. Это S4, и это Лода, и это S4 соответственно. Поэтому там всех не перебанишь. Там такой был состав, что играть можно всем и на каждом. И было бы это неплохо совершенно. Поэтому жертвовать, например, каким-то важным керри, ну, не было смысла. Например, отдать Лоде какому-нибудь Вайда или отдать Лоде... Отдать Лоде, например, Найкса вместо ЦК, только потому что вы забанили Фуриона и забанили Лондруида, но это провал был бы полный. S4 бросает у нас сало на Пупея. У Пупея есть Блэк Холл. Адмирал Бульдог настреливает по Пупея. Пупея заходит на хайграунд. Минус Рубик в это время. Где Пупей? Пупей на хайграунде. У Пупея есть Блэк Холл. Дает Блэк Холл по Адмиралу Бульдогу. В это время файт у нас разделился на несколько частей. Лода ловит у нас банку, и Дэдди просто разрывает Лоду. В это время Пупей мансит между деревьями. Адмирал Бульдог за ним. Адмирал Бульдог уходит в инвиз. Пытается улететь Адмирал Бульдог. Колба по нему. Ну и здесь просто разваливает Адмирал Бульдога. Трипл килл от Дэнди. Дэнди пошел гнать команду Alliance. На лоу ХП ЕГМ отсюда старается уйти. Дэнди не будет за ним бежать, как я понимаю. Но Na'Vi просто давят аликов. 15-11 становится счет. На 15-й минуте Na'Vi выигрывают более 2000 по голде. Они выигрывают 8000 по экспириенсу. И здесь вот я, и думаю, не только я тогда был обычный болельщик команды Na'Vi. Я не пытался ничего анализировать. У меня не было как бы мыслей даже об этом. И комментировать их я не пытался и не думал. Вот, я просто сидел, затаив дыхание, смотрел, как моя любимая команда выигрывает International, и она вот на этой стадии, мне казалось, выигрывает его. И таки выигрывает. Просто что выигрывали, выигрывали и не выигрывали. Вы выигрывали, получается, да, и не вы выигрывали. По аналогии славировали, лавировали. Это уже совсем другая история. Но то, что Na'Vi вселили надежду более чем предметную, фактически материальную надежду, показали всем, что они готовы выигрывать этот гранд-финал и выигрывать пятую катку, забирать основные деньги. Это факт. Я думаю, что мало кто не надеялся и не верил, что фактически игра уже сыграна. Дрались лучше, фармили лучше, выглядели интереснее, и, ну, что-то пошло не так. Дальше мы с вами увидим, что именно
пошло не так. Ну и Нави мастера, сливать несливаемое и выигрывать невыигрываемое. Под пуш пошел от команды Нави по нижнему лайну. Тауэр, скорее всего, развалится. Хвост на всякий случай бросил из спрей. Вдруг у кого появится желание сюда прилетать. Ну и темпларка забирает Тауэр внизу. У Дэнди уже есть БКБ, у Дэнди есть фейсбуцы. У Дэнди уже счет 4-1-6. Дальше будет больше. У Пупея уже готовая мека. У Бэтрайдера есть даггер. Фанник также уже у нас почти вышел. Форстав у Алхимика. Чуть-чуть совсем остается до приобретения Shadow Blade. Тогда, кстати, Shadow Amulet стоил не 1400, а 1600. Хотя в магазине мне сейчас покажет 1400, но это современный клиент, сейчас увидите. 1600 у нас собирается у хвоста, и 1600 потратились на Shadow Amulet. Все, в принципе, Shadow Blade для хвоста готов. 17-я минута, фарм не очень крутой. Давайте ГПМ посмотрим. 379, плохой фарм на самом деле для хвоста. В первой игре у хвоста 946, не устану повторять. На алхимике 946. На 20-й минуте был ГПМ для алхимика у хвоста. Здесь, конечно, алхимику не дали уже спуск. Поняли, в чем главная проблема команды Alliance. Они сообразили, что алхимика нельзя отпускать, потому что он просто потом сам не отпустит никого. Ну и по голде Нави впереди 5 с копейками. По экспириенсу 7500 тоже для украинского коллектива. Чем занимаются в это время шведы? Адмирал Бульдог, например, фармит для того, чтобы фармить. У него есть Hand of Midas, у него есть Shadow Blade. И для чего это все? Это все для пуша. Это все для того, чтобы влететь, дать энтов, побить, уйти в инвиз, улететь на ТПшке. Прилетел, улетел. И так было постоянно. Такой дотошный был у Адмирал Бульдог, что страшно было на него смотреть. Как дела у Лоды? Лода у нас с Огр Клабом, у него есть Драма Фендернс, у него есть ПТ. Команда Нави. Я так понимаю, инфу не имеет о том, где находятся альянсы. Подозрения, конечно, есть. И Далону здесь где-то рядом пробегали. Ну и вот трэп от Дэнди показывает, где именно находится Роха и в каком он состоянии. Вижен у команды Нави уже имеется. И команда Alliance просто отсюда отваливается, потому что не готовы они здесь сражаться. Как я понимаю, они видят, что Нави посильнее. Они перефармленнее. Альянс прекрасно анализировали ситуацию. Знали, что файт здесь может и не состояться, ну и в любом случае не по сценарию Alliance будет быть. Но отдавать в гранд-финале в пятой катке, отдавать просто так за бесплатно Роху, согласитесь, ну, это не есть хорошо. Ну, уже со всех сторон у нас игроки команды Alliance обходят своих игроков. Лоду поймали в блэк-холле. Лода выхиливается, Лода фулловый, Лода начинает настреливать по Пупею. Фаник ловит у нас S4, ульта пошла у нас в атаке, Аки развалили. 2 в 2 пока что файт. Хвост, 4 секунды стан. Хвоста здесь разбирают. Это трипл килл от Дэнди. А Дэнди в это время просто настреливает по всем. Где Дэнди? Дэнди готовится развалить у нас виспа. Висп улетает. Висп на релокете. Отправляется на собственный фонтан. Дэнди будет ждать его. Выкупается Фаник. Быстренько сюда. Драться было бы с кем. Только Лода недалеко. И Висп, скорее всего, на тизере будет пытаться прилететь к Лоде. Ловит у нас колбу Висп. И просто разорвало на куски. Долетела тычка у нас от Темплар Ассасин. Здесь Дэнди, как я понимаю, в даггер, скорее всего, пойдет. Он видит, что он просто насилует команду Alliance. И так и есть. 8-1-6 счет у мидера команды Na'Vi. Да и вообще команда Na'Vi смотрится поинтереснее или посерьезнее. Или все-таки не помню. Может, Дэнди у нас будет в мейл спрятался. Дэнди, плевать ему на то, что его тягают туда-сюда. Дэнди, по-моему, в дизоле, если не ошибаюсь, пойдет. Потому что там дамага будет просто колоссальных масштабов. Ну что, Аки на лоу хп. Развалили у нас Аки. Бэтрайдер забирает CM-ку. Дэнди через рефракшн просто непробиваемый. Через 2 секунды у него будет БКБ. Дэнди против Лоды. Еще один удар. Это монстр килл от Дэнди. Дальше за S4. Не хватает немного мобильности мидеру команды Na'Vi. Тут бы поинтереснее была бы немножко катка. Но здесь хвоста развалили под Acid Spray-ем. Готовы файтиться дальше. Дэнди стоит вместе с Пупеем у нас под Дримкойлом. Все, можно отойти. 21-17. 4 фрага, как выигрывала команда Na'Vi, так и выигрывает. Ну и Фаник через кусты, через все на свете на Рошана. Дэнди настреливает по Рохе, должен, по идее, забрать его. Ну и нет желания у команды Alliance отдавать Рошана. БКБ пошел от Дэнди. Удар из Мелда по Виспу. Висп никуда отсюда не девается. Висп, по идее, умирает. Гадлайк от Дэнди. Вот тогда, конечно, ёкнуло, я думаю, у шведов. Да и у меня ёкнуло, я когда увидел, что творит Дэнди, как же он долбошит. У меня слезы на глаза навернулись. Дэнди здесь, кстати, закрывает. И Дэнди, по идее, должны забрать.
В итоге Денди забирают 860 голды, получает S4, и Aegis тоже забирает команда Alliance. Тут явно что-то пошло не по сценарию команды Na'Vi. Фурас пушит трон, удачного просмотра. Во-первых, ты как бы конченый, а во-вторых, не Фурас пушит трон, а трон спушит у нас лода вместе с ЕГМом. Но это так, между прочим. Я не думаю, что можно заспойлерить такой матч, потому что его разве что ребята с плохим зрением могли бы не смотреть. Или вообще с отсутствующим зрением. В общем-то, этот матч видели все абсолютно, так что спойлер не удался. А товарищ, не буду называть его вслух, отлетает у нас хренам собачьим в бан. Ну что, продолжаем просмотр. 22 минуты, игра более чем динамичная. За 22 минуты у нас 41 фраг. Охренеть просто. Гранд-финал Интернешнл вроде должен быть скучный. Вроде как, не знаю, финал Лиги Чемпионов. Возня в ширинке должна была быть. А по факту здесь такой экшен, которого не в каждой игре вообще пабовской можно увидеть. Постоянно дерутся. Но этим и отличалась команда Na'Vi и команда Alliance. Они все время навязывали.